Шорты – очень важное изделие в вашей семье. Почему я об этом говорю? Потому что это изделие попало уже в приличном возрасте, когда я с мужем находилась. То есть нам было уже 60 лет. И в этом возрасте накапливается много проблем, и в основном они почему-то связаны с этой частью тела, где находятся шорты сейчас у меня. То есть это желудочно-кишечный тракт, это мочеполовая система, это особенно крестец. Я вообще не знаю никого из пожилых людей, кто бы не жаловался на боли в крестце. Второе несчастье – это тазобедренные суставы. То же самое, я не знаю, соседей, можно сказать, там один из трех уже сделали операции, меняют тазобедренные суставы. У кого-то это от нехватки кальция, у кого-то после травмы, у кого-то с обменом веществ связано, вот, с остеопорозом. Много причин может быть этих заболеваний тазобедренных суставов, но это буквально бич. Так вот, эти шорты я купила не из-за тазобедренных, а купила из-за мочеполовой системы, потому что моего мужа была аденома простаты. Вот-вот ему операцию должны были сделать. У меня тоже были проблемы с мочевым пузырем и с мочеполовой системой. И уже побочно, как оказалось, когда мы начали спать в этих изделиях для этого, оказалось таким спасением от всего остального. То есть полностью восстановились тазобедренные суставы. Не пришлось делать операцию. Вот эту операцию сделал мой брат, к сожалению. Проблемы с суставами были у моей мамы, у моего папы, у моей бабушки. То есть это вообще идет по роду. В результате я сейчас за 70 лет, у меня никаких проблем с суставами. Абсолютно. Все идеально работает, не болит. И какое же счастье встретиться именно с таким ощущением, когда ты спускаешься по лестнице или поднимаешься по лестнице, вот когда ты просто ложишься на кровати, ты спокойно, как в молодости, запрыгиваешь на кровати или бегаешь по улице за троллейбусом, который нужно догнать, и у тебя никаких болевых ощущений, которые были. Я не могла ходить уже более 15 минут пешком. Я вызывала машину. Только представьте себе, какая радость войдет в ваш дом. Эти шорты очень удобны. Они находятся, само изделие, внутри чехла. Чехол стирается, потому что мочеполовая система, естественно, что у нас выделения какие-то есть. Вы не волнуйтесь, даже сами шорты вы тоже можете постирать. Только чехол можете стирать каждый день, а шорты, ну, пореже. Ткань непромокаемая, вот эта, которая в чехле, поэтому на сами шорты ничего не попадет. И шорты нужно ухаживать за ними, то есть выкладывать их в теплое место. Это может быть солнышко, это может быть батарея, что-то теплое или что-то натуральное, потому что налаживается электромагнитное поле. То есть у вас полностью здесь наладится кровоснабжение. А если кровоснабжение наладилось, то, естественно, все, что находится здесь, я даже перечислять не буду, но начиная от кожи, заканчивая костями, сухожилия, мышцы, внутренние органы, абсолютно все оживает. Ну а если оживает здесь, то, естественно, это распространяется и на ноги, и на руки, и на голову, и на корпус. Они очень удобны. Вы, как видите, они смотрятся элегантно. Здесь сбоку резиночки, липучки, которыми вы можете сделать больше-меньше размер. На мне 44-46. Но поскольку я худенькая, то у меня вот 44 до притыка закрыто. Вот. Так они выглядят элегантно, со всех сторон абсолютно. В них очень удобно, в них можно приседать, сидеть, все, что хотите делать. Желательно, если у вас хроническое заболевание, вообще вот пришли домой, одели и не снимайте. Очень хорошо спортом заниматься в них, потому что будете потеть больше, значит, тяжелые металлы будут покидать ваш организм. А сейчас ученые пишут о том, что Альцгеймер, Паркинсон, даже аутизм – это заболевание последствия отравления тяжелыми металлами. Микросфера – это одно из средств, которое
полностью освобождает организм от тяжелых металлов. И если они опять попали к вам, они опять выходят, потому что если вы запотели в изделии, значит, есть чему выходить. Всегда потейте с любовью в этих изделиях, особенно в шортах. И тогда вся мочеполовая система, все придет в порядок. Мало того, закрываются грыжи. То есть уже несколько случаев, ну, у меня случаев, наверное, 4-5, вот так, которые позвонили с огромной радостью, говорили о том, что они проснулись, а грыжи нет, которая была там 10 лет, эта грыжа. Вот. Что еще очень важно? Очень важно, вы будете сбрасывать вес. То есть если вы в этих шортах, и, предположим, вы спортом интенсивно занимаетесь, то 500 грамм я вам гарантирую, что вы будете сбрасывать только за одно занятие. Дальше что? Естественно, в микросфере образуются стоячие волны, потому что ваше излучение входит в стеклянные шарики, которые здесь находятся от 20 до 200 микрон, выходит точно таким же, каким вошло, пронизывает. Вы здесь находитесь как в термосе, то есть буквально здесь у вас печка из ваших стоячих волн инфракрасного излучения света. Это физиопроцедура. И вы потеете, и тает жир. Жир и тот, который на внутренних органах, потому что я даже не была очень полная, а когда сделали мне томографию, сказали, что у меня ожирение внутренних органов. Это такой жир, очень опасный, который не дает возможность нашим органам работать нормально. Так вот, в этом изделии тает внутренний жир и тает подкожный жир. Только, пожалуйста, любите потение. А то мне звонят и жалуются. Я потею, я не могу в этом. Ну вот от этого все ваши проблемы. Поэтому шорты для спортсменов, активных людей, для людей, которые уже, к сожалению, заболели, болят колени, тазобедренные суставы, крестец болит. Так вот, снимается воспалительный процесс, грыжи уходят, и позвонки сами восстанавливаются. У меня был остеопороз, 36% поврежденные все суставы. Я 15 минут могла только ходить пешком. Сегодня я танцую, бегаю, плаваю, делаю абсолютно все и абсолютно не беспокоюсь о своих суставах и внутренних органах. Если вы меня услышите, здоровье вам обеспечено.